Добрый день, друзья! Сегодня у нас пятница, конец рабочей недели. Ну что ж, дорогие мои, вы пришли с работы. Чем-то нужно угостить своих родных и близких. Приготовить быстро, сытно, вкусно, аппетитно. Друзья мои, я предлагаю вам сегодня вместе со мной приготовить вот такое замечательное блюдо. Для нашего вкусного блюда нам понадобится любая колбаска, друзья. Я взяла копченую, можно взять докторскую, можно грудку взять, один помидор, сыр. И я взяла еще красный перчик. И, конечно же, чесночок можно. Остается, друзья, только нарезать наши продукты и отправить наше блюдо на 15 минут в духовку. Я развела майонез, приготовила. Сюда отправляю наш нарезанный укроп. Смешиваю с чесночком. И начинаем Итак, друзья, у нас получилось вот такой прекрасный ароматный батончик. Приготовили вот такой замечательный соус. То есть нарезали укропчик, сюда чесночок. И вот таким образом мы с вами, посмотрите, друзья, мы вот таким образом подняли фольгу нашу. Наше блюдо все завернули в фольгу. Затем мы положили на противень и отправляем, друзья, на 12-15 минут в духовку при температуре 180 градусов. Посмотрите, друзья, как аппетитно, вкусно выглядит наш замечательный батончик. Кусочки, посмотрите, я достаю, ах, аппетитные. Пятнадцать минут, и семья ваша будет накормлена. Замечательный ужин за 15 минут.